Люберецкое отделение партии «Единая Россия» организовало новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями. По традиции мероприятие прошло в Центре культуры и отдыха. Всех гостей ожидали любимые сказочные персонажи, а также новогодние подарки. С Новым годом вас всех! С новым счастьем вас всех! Здравствуйте, ребята! Новогодние приключения Деда Мороза начались в Люберецком центре культуры и отдыха. Именно сюда уже третий год подряд представители фракции «Единая Россия» приглашают люберецких детишек для того, чтобы поздравить их с самым долгожданным зимним праздником. Помимо анимационного представления, для маленьких гостей приготовили приятные подарки. У нас уже стало традицией на Новый год проводить для детей с ограниченными возможностями, малоимущих детей, такую партийную елку. С помощью наших депутатов городского округа закупили подарки для них. Новогодний праздник состоялся в рамках партийного проекта «Единой России. Местный дом культуры». Эта программа направлена на развитие учреждений, в которых проводят различные развлекательные и социальные мероприятия. Наша программа «Местный дом культуры» направлена на население, чтобы люди знали, то есть чтобы мы понимали, что сейчас востребовано для населения, что они хотят и чем мы можем в этом помочь. Но на этом новогодние сюрпризы от «Единой России» не заканчиваются. 25 декабря 30 люберецких многодетных семей посетят город Королев. Там состоится областной праздник. Также для детей приобретут билеты на новогоднее ледовое шоу. Луиза Егазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.